Всем здравствуйте, рада приветствовать вас на своем канале. Прежде чем мы сделаем сегодня расклад, хочу в очередной раз напомнить, и мои напоминания, они не связаны с тем, что мне хочется об этом говорить. Вот, они связаны с тем, что периодически в комментариях я вижу вопросы, которые мне задают. И у меня всегда, знаете, такое бывает недоумевание, либо это новый человек, либо это те, как правило, люди, которые не слушают вступления. Но все же, вопрос был о том, как вам, Елене, пересылать донаты. Так вот, абсолютно вся информация обо мне, я говорю про это, скорее всего, уже в каждом раскладе, есть в описании под любым моим видео. Раньше у меня было в описании отдельная строка, которая говорила, что отблагодарить меня можно и номер карты. Сейчас эту строку я ввела в основной документ. То есть, если вы перейдете, там внизу есть по ссылке «Мои услуги», он вас перебросит на документ. В этом документе есть все мои контакты, есть карты, греческая карта и русская карта, в зависимости от того, какую услугу вы хотите приобрести, либо переслать донат, в какой валюте. Все, в принципе, и там доступно, и понятно. Также мои курсы «Древо жизни», курс, прекрасный курс Пимандер. Я, если честно, немножечко в недоумении, почему такие интересные философские вещи не совсем интересны. Хотя, с другой стороны, знаете, есть такое... Я смотрю, когда да, у коллег расклады, которые пользуются наибольшей популярностью. Так вот, расклады, которые связаны, например, с пониманием себя, да, состоянием души, откуда мы, куда, миссия, предназначение, вот эти все любимые слова, род и так далее. На них очень много всегда просмотров. И у меня возникает вопрос, то есть когда есть информация, которая идет непосредственно от источника, говорящая о том, что такое душа, что есть высшее я, что есть низшее я. И это, почему я говорю именно от источника, я говорю о... Для меня, в моем понимании, да, то есть такие известные философы, ну, которых, я не знаю, усомниться вряд ли можно, да, например, такие как Сократ, Платон, Аристотель, то есть всем известные, да, вся эта информация, которую они передают, она не взята только из житейской какой-то мудрости, да, то, с чем это люди сталкивались. Это люди, которые прошли действительно инициации, просто, возможно, в то время не совсем это было, может быть, понятно, может быть, это не совсем было публично. Это люди, которые действительно учились медитировать. Есть разница между тем, что очень модно сейчас, то есть расслабление, да, воображение, это лишь одна из составляющих медитации, но это не сама настоящая медитация. Конечно, со мной могут все спорить, у каждого сколько людей, столько мнений, но вот я вынуждена сказать свою точку зрения. Так вот, и меня удивляет, почему такие глубокие курсы не совсем востребованы. Быть может, здесь моя вина, моя ошибка, что я об этом не рассказываю, что я, ну, как-то, наверное, не пропагандирую, что ли, может быть, не напоминаю. Кто знает, не знаю я, в чем причина. В общем, это просто слово, к слову, да, было сказано. Так вот, вся моя информация, почта, там, что еще нужно? А курсы, мой курс обучения Таро в записи, тоже, кому интересно, он действительно актуален, можете его приобрести. Прекраснейший курс «Древо жизни», особенно если меня смотрят коллеги. Тоже интерпретация арканов в связи, ну, в связке с «Древом жизни». Это тоже уникальный инструмент «Древа жизни». Вот, в свое время я глубоко изучала именно вот это направление, магическое направление в Каббале, потому что все-таки Каббала — это не совсем
только древо жизни, да, давайте так скажу. Вообще всевозможные древние писания меня удивляют, почему людям они не так интересны. Здесь либо люди не знакомы, что это такое, да, откуда взяты эти писания, о чем они говорят. Либо, я не знаю, может быть, как обычно в жизни бывает, все по верхам, нету времени углубиться, а может быть и нету интереса. Не знаю, у меня нет ответов на эти вопросы, сколько я задаюсь, я никогда не могу найти ответы на такие вопросы, то есть на более глубинные нахожа, на такие не могу найти. Вот, ну это вот к слову было сказано того, что моя информация, все есть в описании, к любому моему ролику, так же, как и ссылки на Яндекс.Дзен. Вот. Опять-таки спросили, что там будет на Яндекс.Дзене. На Яндекс.Дзене я выкладываю те ролики, которые есть параллельно, вот те, которые я сейчас записываю, вы их смотрите. Есть ролики более старые с моего канала, но не менее актуальные. И есть короткие ролики, которые я начала записывать, я их дублирую также в своем телеграм-канале. Этих роликов на YouTube нету. То есть мне не интересно дублировать один канал другим. Ну, то есть просто в разных источниках один и тот же материал бросать. Мне кажется, для меня это вот, ну, не актуально, так скажем. Вот, поэтому я хочу как-то разнообразить. В Дзене есть статьи, в Дзене есть вот эти вот коротенькие ролики, которых нету на YouTube. В Телеграме есть, помимо коротких раскладов, которые дублируются с Дзена, у кого нету доступа, я по воскресеньям делаю аудиорасклад только вот для Телеграм. Поэтому, куда бы вы ни подписались, найдете, мне кажется, на мой взгляд, интересную информацию. Это вот такое вступление для тех, кто не любит вступления и кто их пропускает. Поэтому, кто услышал, тот услышал. Сегодня у нас расклад будет такой, знаете, достаточно распространенная, на такую достаточно распространенную тему, когда не хочу, но вот надо делать. Вот, и причем забавно, что в тот момент, когда я сейчас пишу этот расклад, у меня с утра и вчера тоже было такое настроение, не хочу, но надо, не хочу, но надо. Вот, либо наоборот, то, что хочу, я этого не делаю. Вот давайте мы с вами посмотрим. Камешки видите, тайм-коды тоже есть. Приступаем. Позиция номер один, голубенький камешек. Кому интересно, ну вы карты не видите, да, но в любом случае театр кукол, таро шаманов, таро небо и земля и Николета Чиколи. Николета Чиколи. Итак, приступаем. Первый вопрос. Что вы не хотите, но делаете? Нет, не буду я на этой колоде, знаете. Что вы не хотите, но делаете? Что это такое? Что вы не хотите, но делаете? Угу. Интересный момент. Выпало два аркана кубковых. Это туз кубков и семерка кубков. Что вы не хотите? Здесь по тузу кубков можно давать несколько трактовок. Вот две, которые я ощущаю. Первое, это вы не хотите быть эмоциональным человеком, да? То есть вы не хотите быть таким, знаете, достаточно поверхностным, легкомысленным, быть может, в каких-то моментах мечтательным, очень чувствительным, ранимым. То есть все, что связано с переживанием эмоционального фона, вы это не хотите, но вы это делаете. Вторая трактовка говорит о том, что, скорее всего, более глубокая. Я не хочу быть по тузу кубков. Есть два таких очень глубоких сценария. Один говорит об одиночестве. Это не тогда, когда вы сами с собой наедине. А одиночество – это такое, знаете, глубокое состояние ненужности, покинутости, где-то брошенности, что ли, когда человек
не чувствует себя частью общества, частью чего-либо. Так вот здесь вот этот вот сценарий может проходить. И второй очень глубокий, то, что вы не хотите, но делаете, это когда вы не хотите быть непонятым. То есть есть такие моменты, когда что-то вы говорите, да, либо как-то вы делаете, и это основывается на каких-то ваших ценностях, на вашем восприятии мира, то есть на вашем мировоззрении. И вам, скорее всего, очень хочется быть понятым людям, да, чтобы люди вас понимали, чтобы люди как-то разделяли с вами вашу точку зрения. Но в силу вашего восприятия мира, которое отличается от других людей, у всех, в принципе, отличается, да, но вот ваше, оно какое-то, знаете, вот выражение как раз-таки «живешь в своем мире», причем мире идеалов, оно очень ярко выражено. Поэтому вы хотите быть понятными для других, но не получается. Что вы еще не хотите делать? Вы не хотите стоять перед выбором. Для вас это очень сложно, когда надо что-то выбирать, когда надо в чем-то определяться. С одной стороны, вот эта вот ясность, она вам вот как-то, знаете, очень глубоко необходима. Но внешне этой ясности в вашей жизни как будто бы нет. И вот это вот то, что я говорила, один из сценариев того, почему люди вас не понимают. Потому что знаете, такое вот ощущение, что вы хотели бы жить как-то вот в потоке, в каком-то своем мире взаимодействия с природой, с людьми, как-то по-своему. Но есть общепринятые какие-то правила, нормы, какие-то схемы поведения. И вот вам не хочется соответствовать этому, вам хочется жить так, как вы хотите. Ну так, как вы хотите в своей голове, то есть не выбирая, вам не нравится, потому что вот эти вот все выборы, вот эта вот вся определенность, конкретность, структурность, она как будто бы идет в противовес вашей эмоциональной природы. И хочется, знаете, вот как-то, как по настроению, да, сегодня захотел это сделать, завтра захотел, потом что-то другое сделал, а так как будто бы не получается. И вот вам не хочется, и вы, причина в этом всем, я сейчас как раз и посмотрю, потому что есть такой вопрос по причине, но я могу сразу сказать, что причина здесь заключается в том, что вот эти вот все выборы, все четкости, вот эта вот вся определенность, она вызывает у вас гамму эмоций, она вызывает у вас гамму переживаний. И вот этот момент, то, что я говорила в самом начале, вы не хотите быть эмоциональным, вот этот вот момент, он как раз-таки и связан с тем, что вызывает у вас дискомфорт. Ощущение того, что вам хочется находиться в каком-то своем комфортном для вас состоянии. Это не обязательно безэмоциональность, но когда вас как-то вот, знаете, не будоражит, что ли, ничего, когда нету ненужного сотрясания. Потому что любые эмоциональные переживания, они приносят вот вам лично какой-то дополнительный дискомфорт. Вы с этим справляетесь, но вот это для вас так энергозатратно, то есть ощущение того, что вот вам проще было бы, я не знаю, сделать какую-то работу в спокойном, ровном состоянии, и для вас это физическая, допустим, работа, она не была бы такой трудной, сложной, как тот момент, когда надо с чем-то определяться. Когда тот момент, когда, например, это может быть определение не только в покупках, предметах, а, например, в выборе своей модели поведения. Когда вы в беседе, в коммуникации, вы понимаете, что люди вас не понимают, вы разговариваете на разных языках, и вам необходимо выбрать какую-то модель поведения. С одной стороны, не в ущерб себе, и с другой стороны, не в ущерб другим людям. Потому что ваша эмоциональность, она выражается и в вашей эмпатии, то есть умение чувствовать эмоции других людей. И вот этот вот выбор либо себя, либо других, он приносит вам дикий дискомфорт.
И поэтому, что вы не хотите делать, но вы это делаете, это то, что я описала. Почему вы так поступаете? Почему вы так поступаете? Ну, то есть не хотите, но все-таки делаете. Ну вот, выпадает как раз-таки император, то, что я говорила, о структурности, о системности. Потому что элементарно вы являетесь членом какой-то системы, да, вы являетесь частью мира, в котором есть определенные правила, в котором есть определенные рамки. Вам это не нравится. Но вот здесь как будто бы, знаете, вот какая-то вынужденность. Вот то, что я говорила по поводу выбора по семерке кубков, когда вам сложно как-то определиться. Потому что вот в вашем, понимаете, в чем сложность выбора? В том, что ваше мировоззрение, оно настолько сферично, оно не одномоко. Вот если бы было только белое и черное, да, тогда было бы для вас, ну, намного проще. Но вот в вашем понятии, то, как вы смотрите на ситуацию, вы ее смотрите на нее разносторонне. И вы понимаете, что любую позицию, какую бы я ни взяла в данной ситуации, она верна и она справедлива. Например, если это диалог, то в этом диалоге имеет место две точки зрения. Да? Например, моего оппонента и моя. И та верна, и другая. И верна будет и третья, и пятая, если бы были дополнительные люди в беседе. И вот как выбрать, кому отдать, например, предпочтение, да, чье мировоззрение принять, свое, чужое. То есть и свое я не могу принять, потому что есть осознание и понимание, что не только моя правда является истиной, а истина где-то посередине. Но определяться-то приходится, выбирать-то все равно приходится. И вот это, вот такое мировоззрение, оно вам... как-то достаточно трудно, сложно адаптируется к реалиям жизни. Вот именно о чем здесь речь? Здесь глубокий такой сценарий того, что есть вот это вот восприятие мира более высокого уровня, духовного порядка. Когда вы понимаете законы мироздания, да, и понимаете, что, например, справедливость, да, она жесткая и она нейтральная. И это закон, который невозможно нарушить, да. И если, допустим, вот ваш ребенок как-то поступил несправедливо, первый начал какую-то драку с другим ребенком, то по справедливости вы должны наказать своего ребенка, потому что он являлся причиной ссоры, да, причиной драки, к примеру. Но разногласия – это ведь мой ребенок. Как я могу наказать своего ребенка, понимаете? И вот, вот это вот понимание, да, что с точки зрения справедливости я должна вот так поступить, но с точки зрения материнства, если так можно сказать, да, свою же кровинушку-то не, это самое, не обидишь. Вот как поступить в этом случае? Да? Кто прав, кто виноват? Совесть-то есть, вы понимаете, что кто прав – а кто не виноват? Но сделать это невозможно. И это связано с вашим мировоззрением. И причина по императору заключается как раз-таки в ответственности, что в каких-то моментах вы достаточно ответственный человек, а хотелось бы наоборот. Поэтому, почему вы не хотите, но делаете, да, то, что вы делаете, это связано с вашим мировоззрением, как я сказала, с другой стороны, с вашей ответственностью, потому что вы ответственный человек, да, потому что вы достаточно, я говорила, по справедливости, так оно и есть, выпадает семерка мечей, да, вы не можете обмануть самого себя, да, других возможно, но вам будет, понимаете, бывают такие состояния людей, у которых очень ярко выражена вот эта вот справедливость, в том числе к самому себе в первую очередь, а потом уже к другим людям. Кошки на душе будут скрипеть, то есть не позволит совесть поступить иначе. И это вот связано именно с этой ответственностью, да, с этой справедливостью. Здесь такое ощущение, что, быть может, кто-то родился либо 8, либо 11 числа, либо вообще у вас аркан справедливости очень ярко выражен в матрице. Да, то есть вы мимо каких-то вещей спокойно пройти не можете. А если пройдете, то вот как-то некомфортно на душе.
Вот такие моменты того, что вы не хотите, но делаете, и почему я вам объяснила. А для чего? Давайте я посмотрю. А для чего же вы все-таки это делаете? Да? То есть почему? Понятно, потому что здесь ответственность, справедливость. Но для чего вы это делаете? Какая-то вторичная выгода. А вот вторичная выгода как раз-таки по королеве мечей. Избегание конфликтных ситуаций. Да? Избегание каких-то ссор. Избегание каких-то, вы знаете, вот этих вот неприятных моментов, может быть, где-то критики. Может быть, вторичная выгода здесь еще связана с тем, что ну, вам вообще никто не указ, потому что вы и так прекрасно все знаете и понимаете, да, то есть человек, рентген, который видит ситуацию насквозь. Ну, сложно его как-то обмануть, вы розовые очки уже давно не носите, да, четко понимаете, как устроен этот мир. Вот вторичная выгода связана с вашим характером, о котором я и рассказывала. То есть по королеве мечей, независимо от того, мужчина вы или женщина, это человек достаточно справедливый, человек, который видит некоторые вещи насквозь. Почему? Потому что, имея внутри себя вот эту вот эмпатичность, да, в большей степени сердце холодное, да, но при этом такой активный разум. Вот. Теперь давайте посмотрим вторую часть нашего вопроса, да, что вы хотите, но не делаете. Вот что вы хотите, но не делаете. Хотите, король материи, трудолюбие, вот, но не делаете. Угу. Хорошо. Два короля выпали, мужские энергии. Ну вот, ясное дело, по справедливости, да, энергия вот такая вот холодная справедливость. В принципе, она больше связана по своей энергетике, да, ближе к активности, да, ближе к мужским каким-то энергиям. Что вы хотите? Вы хотите иметь деньги, да, аркан, король материи, трудолюбие. Вы хотите какую-то стабильность. И вот смотрите, как интересно. Я не хочу эмоций, да, а что я хочу? А я хочу стабильности, я хочу постоянства. Я хочу, чтобы все было понятно, чтобы люди со мной разговаривали на понятном языке, чтобы не было обмана, чтобы не было хитрости, чтобы все было прозрачно. Ну, такое, знаете, вот то, что я сказала про мировоззрение, такое вот идеальная какая-то утопия мира, которая, к сожалению, не соответствует. Да? Мы не можем поменять людей, да это и не нужно, потому что задача все-таки жить на земле, для того, чтобы проходить необходимые уроки. А если бы все были идеальны, то как же проходить уроки? Так вот, что вы хотите? Вы хотите материальной стабильности, вы, возможно, хотите финансов. Ну вот помимо стабильности, я бы сказала, изобилия. То есть вам хотелось бы больше иметь денег, вам бы хотелось больше себе как-то вот позволять, да? Вам бы хотелось бы, может быть, как-то вот хорошо стоять на финансовом плане, на своих ногах, так-то, знаете, достаточно уверенно. Вот это вам бы придало еще больше силы. То есть помимо духовной составляющей, что у вас очень ярко выражено, в физическом плане я не могу сказать, что у вас нету вот этой вот весомости, да, уважения какой-то стати. Но при этом хотелось бы больше. И вот эту вот уверенность вам бы придала больше и безопасности. Вам бы придали бы финансы. Поэтому вы хотели бы иметь больше финансов. То есть вы хотели бы жить изобильно. Не в плане больше материи в вашей жизни. Я имею в виду там машина, дача или еще что-то. Нет. А здесь, скорее всего, больше бы просто иметь дохода постоянного. Не такого, что вот временами то есть, то нет, а больше постоянного. И это помогло бы вам чувствовать себя уверенной. То есть, окей, захотела я дом, у меня есть возможность, я пошла купила. Но он мне не нужен, потому что вы по своей, понимаете, здесь вы по своей структуре, вы духовные люди. Как правильно, духовно людям, у которых есть понимание, для чего мы здесь, они не привязываются к материи. Но, с другой стороны, все-таки мир-то материальный, и материя, она необходима. И вот здесь вот, так или иначе, если бы у вас были деньги, прям вот в таком количестве, в котором вы хотели, да, вы бы все равно жили, знаете, вот минималистично. Ну, например, как
известный всем актер Киану Ривз, да, то есть имея деньги, большое состояние, часто в соцсетях можно увидеть, что вот он пользуется там общественным транспортом, да, одевается достаточно скромно, в принципе, как достаточное количество богатых людей, у которых нет какой-то шизы в голове кому-то там что-то доказывать. Так вот, вы бы хотели иметь больше денег и больше стабильности, постоянства, но вы этого не делаете. Почему? Потому что король эмоций, да? Потому что король кубков. Вот потому что как раз-таки вот это вот радушие. Потому что вы эмоциональный человек, да? Потому что вы такой достаточно, как я уже сказала, с одной стороны духовный, а с другой стороны здесь, понимаете, здесь не то чтобы лень. Король эмоций, король кубков, да? Он такой... как раз таки непостоянный в плане того, что им все-таки управляют эмоции, да, вот это настроение. То есть где-то мне лень, где-то я, вот, знаете, рядом с вами должен быть обязательно партнер стабильный, холодный, но стабильный, потому что вы эмоциональный, для того, чтобы вас сбалансировать, он будет холодный. И он должен быть вот именно, знаете, такой структурный, конкретный, понятный, где-то может быть скучный, но при этом вот эта вот пиндакливость, да, земли, она должна вас уравновешивать. То есть и воздух, и земля – это то, что вам не хватает, потому что у вас есть, не выпали карты, но у вас есть огненность, да, вот эта вот активность, и у вас есть эта эмоция, да, то есть вот эта вот эмоциональная составляющая. Чувствительность здорово, особенно если вы женщина. Если вы мужчина с таким эмоциональным фоном, значит, у вас больше склонность к, как она, к творческим, да, профессиям, там, эмпатичности, психологи, психотерапевты и все в этом духе. Вот. Вам нужен человек такой достаточно структурный, поэтому здесь вот сразу забегаю как-то во взаимоотношения с людьми. Не удивляйтесь, если в вашем кругу будут люди, которые вам будут казаться скучными, но при этом они будут стабильные. У них будут деньги, у них будут такие, знаете, земные понятия и ценности. Они могут, например, заботиться о вас. Да? То есть они им будут выражать вам чувства, говорить, что вот ты мне нужна, либо ты мне нужен, я тебя люблю и так далее. Но выражение такое, что вот, ну, там, на празднике будут дарить то, что вам необходимо. Такое достаточно приземленное. Поэтому что вы хотите? Я сказала, а почему не умеете? Потому что вот эмоциональное, потому что вы не любите рамки. Вода, она не любит рамки. Вода становится структурной, меняя свою плотность, только тогда, когда она замерзает, когда она превращается в лед. Тогда, если смотреть под микроскопом, у нее есть вот эта вот решетка структурности, да, то есть конкретная и понятная, но она холодная. А у вас вода, она горячая, то есть она вот такая текучая, гибкая, поэтому вам и не хватает этой структурности. Хотя ответственность есть. Вы человек, который умеет сочетать такие очень интересные вещи. То есть в некоторых моментах вы можете быть ответственным, структурным, но по своей натуре, вот хочется сказать, в бытовой жизни, да, как-то глубоко в душе в своей, что ли, быть может. Вам хочется быть вот таким человеком непосредственным, открытым, добрым, радушным. А здесь фишка в чем получается с финансами? Когда вы начинаете зарабатывать деньги, да, то здесь вот королева мечей, имея вот эту вот структурность, понимание, да, видение того, что нужно сделать и как нужно сделать, вы встречаетесь с некой такой критикой. Помните, у вас проблема в том, что вас не понимают люди. Одна из проблем, один из сценариев. Вы непонятны, потому что то, как вы достигаете, либо то, что вы делаете, это не совсем обычный формат. Потому что по королю кубков творческому человеку у вас не может быть какой-то вот понятный формат того, чего вы добиваетесь. Да? То есть ваши продукты, они будут выделяться, вы будете выделяться. Вы не будете так, как все. То есть вот такое ощущение, что, знаете, не совсем традиционное, не совсем обычное, потому что это ваша натура. И вы будете сталкиваться с критикой, вы будете сталкиваться с тем, что не является... А что отличается от вас, да? И вот это вам не нравится, потому что это будет вызывать у вас эмоции. И
если обобщить и сказать одним выражением, то препятствие вашим финансам являются ваши эмоции. Но эмоции не в плане позитива, да, вот эта вот радость, там, удовольствие, наслаждение, кайф, улыбка. Нет, а в плане негатива, что вы переживаете, вы начинаете стрессовать, вы начинаете как-то вот себя накручивать, руки опускаются. То есть в негатив, вы идете в минус эмоции. И вот эта вот часть вот этого минусовая, вы ее не любите. То есть когда эмоции ваши в плюс, да, вам это нравится, а минусовая вы не любите. И она останавливает вот этот вот поток финансов, который вам необходим. Здесь сразу же подсказка, что... Обращайте внимание на, как-то вот переводите свои негативные эмоции в позитивные, да, потому что вот в позитиве здесь все окей, хорошо работает, а в минус это вас как-то останавливает. Так, и вопрос здесь был, почему и для чего, да, то есть вы хотите, но не делаете, почему? Ну, давайте посмотрим, почему вы это не делаете и для чего, почему вы не делаете? Потому что маг... И для чего верховная жрица? Здесь расклад можно закопать. Почему вы не делаете это? Потому что я маг. Потому что я могу все. И вы это знаете, что вы можете. Как правило, люди, у которых огромный потенциал, очень редко им пользуются. То есть, знаете, талантливый человек, да, ему все дается. А поскольку ему легко дается, ему стремиться не нужно, и он как-то вот, ну, не пользует. А, знаете, троечник, который понимает, ну, не дано ему знания, надо ему как-то попой своей шевелить быстрее, чтобы выжить в этом мире. И, как правило, троечники всегда добиваются, либо двоечники, они добиваются всегда намного большего, чем... Например, отличники, потому что у них по-другому начинает мышление, да, работать. А здесь все легко дается. Поэтому по магу почему вы не делаете? Вторичная выгода. Ну, потому что я маг, потому что я могу, и потому что мне не очень-то хочется и активничать. А для чего вам вот эта вот позиция, да, я могу, но я не буду это делать? Для чего? Потому что верховная жрица, опять-таки то, что касается нашего мировоззрения, потому что я хочу быть в балансе, я хочу быть в гармонии. Внимание, когда вы находитесь в балансе и гармонии в нашем дуальном мире, могут находиться только просветленные люди. Таких не так много, и, как правило, это, возможно, последнее их воплощение. У них другие задачи. Все остальные находиться в балансе и в гармонии достаточно сложно. Вы находитесь в балансе и в гармонии не с точки зрения того, что вы достигли такого высокого уровня духовности, что можете влиять на материю, что такое тоже может быть, если бы вы поставили себе цель, вы бы могли влиять на материю и создавать себе финансы. Ну, то есть просто по-другому взаимодействовать с деньгами. Но здесь причина заключается в том, что я хочу быть в балансе. А в балансе здесь фишка в чем? Нету развития. Вот в вашем случае, да, потому что здесь многогранно можно смотреть про этот баланс. И вот в вашем случае, когда вы находитесь в балансе, вы находитесь, условно говоря, в болоте. Ну, то есть, ну, мне хорошо, король кубков. Что такое король кубков? Это вот джакузи зашел, вот эти вот шарики, вот эти вот воздух, да, брызгается тепло, говорит, все хорошо, размяк, и ничего не хочу делать, да, потом, ну, не хочу выйти. Или как этот, в баньку зашел, да, попариться, тоже король кубков. Это огненная часть воды, соединение огня и воды. Так вот, пар, да, вот здесь даже не пар, а именно в баньке я пошел, попарился, разомлел, зачем мне потом прыгать в холодный этот бассейн, условно говоря, да, или в снегу валяться. Я не хочу, мне это некомфортно. Вот здесь вот причина всего заключается в том, что вы хотите быть в своем спокойном состоянии, вам в нем кайф, и из него выходить вам не очень-то хочется, но в этом нет развития, поэтому то, что вы хотите, надо развиваться. Здесь формат развития, прям сразу ответ могу вам сказать, два. Один, это когда вы будете постоянно выбрасывать себя из зоны комфортно, осознанно, для того, чтобы зарабатывать. Либо второй момент, настолько вырасти духовно, что вам ближе, да, чтобы понимать, как устроена, что такое материя, как она работает, и
влиять на материю. Таким образом, знаете, вот как алхимики, беру свинец, превращаю его в золото. Это если практическое. А если духовная алхимия, философская, да, то когда мы берем человека, какие-то качества, свойства его, и преображаем в соответствии с добродетелями, то есть становимся высоковибрационными, тогда мы можем влиять на материю. Вот, вот такая была первая позиция, большая, но, надеюсь, информационная. О чем-то мне так захотел сказать. Позиция номер два, красненький камешек. Красненький камешек, давайте посмотрим двоечки у вас. Сегодня интересный расклад, мне прям аж самой нравится. Что вы не хотите, но делаете. Вот что вы не хотите, угу. Но делаете. Угу. Значит, выпадает десятка жезлов и дьявол. Да? Вот что вы не хотите? Вы не хотите находиться в каком-то состоянии достаточно тяжелом. Да? Здесь есть какая-то неподъемная ноша. Здесь есть груз. Вы не хотите брать, наоборот, на себя большего, что вы можете вот унести. Да? Здесь вот какие-то... Хочется сказать, что если вот в первой позиции, да, люди достаточно ответственные, то здесь наоборот, да, я не хочу этой ответственности, она мне в принципе не совсем нужна, мне с ней трудно, мне с ней сложно, вот, и, но делаете это, да, то есть вы берете, здесь знаете как? Делайте дьявол, да, то есть здесь вот это вот искушение в плане дьявола, с чем оно связано? Оно связано с тем, что двойкам сложно сказать, кому-то что-то отказать, проявить себя достаточно, знаете, не строго, вот так, кстати, скажу, да, то есть отстоять свои какие-то границы. То есть люди, помня о том, что двойки у меня такие достаточно водные, те, кто выбирает вторую позицию, здесь вам вот это вот отказать, да, сказать кому-то нет, сложно, заключается в том, что люди знают вашу мягкость, знают вашу природу, знают ваши слабые места и вами управляют, вами манипулируют. Поэтому всегда найдутся в вашем окружении люди, которые перекладывают на вас какую-то ответственность. Например, вам не хочется что-то сделать, да, но вот берут как-то совестью, ну что тебе жалко, либо что тебе трудно сделать, да, ну пожалуйста, только ты меня можешь выручить. А вот вы такие, знаете, люди, которые, вот, знаете, как-то разделяют, ну вы же эмпатичны, разделяют боль другого человека. Вот вы видите, ему как-то трудно, ну давай я схожу в магазин, там, либо в аптеку тебе это куплю, при этом у меня у самой там куча дел, и за детьми надо посмотреть, и еще как-то, ну зачем вот это вот я сделала, да, вот, ну где-то вот это вот, знаете, с одной стороны жалость, а с другой стороны вот это вот понимание, то есть хочется всегда сказать, если бы не вы, то кто? Да, вот. Но здесь как-то, с одной стороны, это и плюс, и минус, здесь двойственность. А плюс заключается в том, что и слава богу, что есть такие люди, как вы, которым, ну, как это сказать, присущая доброта, да, что ну, не такие вы черствые. А с другой стороны, здесь минус идет вам, да, то есть вами начинает пользоваться. Поэтому, что вы не хотите? Вы не хотите, чтобы было трудно, вы не хотите, чтобы была вот эта вот ответственность, вы не хотите, когда вот все наваливается, и я не могу это сделать. А почему вы это делаете по дьяволу? Потому что я не могу отказать, потому что здесь есть обман. Почему? Потому что один из сценариев дьявола заключается в том, когда мы свои личные проекции переносим на другого человека в плане идеализации. Например, мы смотрим на нашего друга, партнера, знакомого, да, на какого-то другого человека. Мы в нем не видим того, кто он есть, а мы видим то, что хотим в нем увидеть. Вот это вот идеализация, это вот по дьяволу один из его сценариев.
И вот эта вот проекция, что нет, мама, он не лентяй, просто, допустим, у него сейчас период такой, он не может зарабатывать. И вот он как будто бы ходит везде на собеседование, а работу не может найти. И приходит мама и говорит: да ты посмотри на него, он лентяй, он на диване весь день лежит, ничего не делает. Да? Это реальность. А ваша идеализация, вот что, да нет, этот человек не может быть лентяем, он же до этого работал, да, это вот просто период такой, да, и это связано с вашей внутренней проекцией, с одной стороны идеализация, с другой стороны вот эти вот детские травмы, да, что вот мы перекладываем на человека тот образ, которому мы хотели бы, чтобы он соответствовал, он не соответствует, но мы хотели бы. Вот это вот одна из ловушек дьявола. По его сценарию. Поэтому, что вы не хотите брать ответственность, то, что я сказала, вот эту вот трудность, трудности вот эти вот все на себе все нести, вопрос не в том, что если бы это была одна трудность, а здесь 10 жезлов, здесь не, как этот, ну, как он называет это слово, неподъемный вот эта вот ноша, да, то есть очень трудно, когда все сваливается одновременно. Если бы как-то вот поступательно было, да, одна задача за раз, а здесь много, то есть вы вот это не хотите, вы не любите, когда все сваливается на вас, вот, вы не хотите этого, но делаете, почему? Потому что есть вот эти вот проекции, потому что, а проекции связаны где-то с вашими обманами, то есть по дьяволу есть иллюзия, есть какой-то самообман, вот, поэтому вы делаете. Ну давайте посмотрим, да, почему? Почему и для чего вы это делаете? Ну вот почему, в принципе, я уже ответила, да, но вот давайте посмотрим на другой колоде. Почему? Почему вы делаете? Почему берете на себя вот эту вот ответственность? Потому что король Пентаклей, да, потому что здесь изображен второй шаман Бизон, потому что заботливые, потому что внимательные, потому что это ваша природа, да, как-то... С одной стороны, как-то вот не в плане переживаний, а в плане что-то сделать для другого человека. Ну, вы не можете по-другому. Это с одной стороны. А с другой стороны, здесь может быть по королю Пентаклей финансовая какая-то составляющая. Либо ваша забота связана с тем, что вы в ресурсе. Да? Я же могу это. Вот этот вот сценарий. Почему? Я же могу. Мне же не сложно. Вы говорите о себе в этот момент. А потом, когда наступает вечер, и у вас ноги подкашиваются от усталости, вы понимаете, ну зачем я это сделала? Особенно, знаете, когда нет отдачи, когда люди неблагодарные, вы не делаете ради благодарности. Я уточню это. Но всегда приятно, когда твой труд ценится. И совсем не сложно сказать просто «я ценю» или «благодарю», или «спасибо, кто что говорит». Вот тогда вы становитесь окрыленными, то есть вы получили отдачу, да, вот этот вот обмен, он у вас работает. И тогда вы вот находитесь в ресурсном состоянии. Но если вы доводите себя до десятки жезлов, как и в правило это так получается, то вы не ощущаете себя опустошенной. Но это только лишь до следующего дня. Потом вы опять чувствуете, что я же могу, я же в ресурсе. Вот есть вот это вот какая-то, знаете, в десятке мечей есть проявление эгоизма. Я сейчас попробую вам его объяснить. Я говорила неоднократно про это. Проявление с точки зрения духовности, да, проявление эгоизма в каком плане? Что все в этой жизни может сделать только Творец, только Ему способно. У нас у всех есть какие-то свои пределы. Когда мы берем больше того, что мы можем взять, да, когда мы взваливаем на себя больше, то есть неумение рассчитывать свои ресурсы и силы, это проявление эгоизма. То есть я все могу, я могу это, да, то есть вот с такой точки зрения здесь идет проявление эгоизма, вот, а здесь у вас вот этот вот эгоизм, он может проходить в плане того, что я же в ресурсе, да, у меня есть ресурсы, я могу с тобой поделиться энергией, я могу тебе уделить внимание, то есть это не всегда в деньгах, да. Я могу сделать что-то для тебя, да. Безусловно, вы это делаете с любовью, но вам это возвращается потом как будто бы бумерангом для того, чтобы вы прошли вот эти вот свои уроки по дьяволу. Что все должно быть дозировано, все должно быть в меру. А у вас к
когда вы не рассчитываете, вот это тоже такой удивительный момент, люди не совсем на него обращают внимание, когда мы не рассчитываем свои ресурсы, это тоже проявление некого такого эгоизма, потому что только эго может сказать, что вот я все могу, я, вот это вот я на первом месте. На самом деле, когда, безусловно, когда ты находишься в соединении, в единении, да, с источником, то ты не истощаешь, не опустошаешься, да, просто это проходит через себя, через вас. Но здесь у меня такое ощущение, что не всегда вы бываете в контакте с этим источником. И вот тогда вот в эти моменты начинает работать наше «это я». Вопрос был, почему, а для чего вы так поступаете? А вот в этом вы видите свое развитие. Смотрите, как интересно, тройка костей. Во-первых, вам любопытно, да, то есть вот каждый раз, когда в этом вы что-то делаете, да, вы как будто бы преодолеваете себя. И в этом вы видите какую-то свою модель развития, что ли, роста. То есть вот такой вот интересный сценарий у вас, вашего развития. Да, через это развитие у вас идет вот разрушение вашего какого-то момента. Вот то, что я говорила по дьяволу, не состоявшееся. Здесь какая-то, знаете, иллюзия мне показана, какая-то картинка, да, то есть, ну вот в моей жизни нет такого, это вот обычно материнские такие моменты, да, то есть, допустим, я бедно как-то прожила, а вот детям я хочу отдать все самое лучшее, и мы идем в перекос и начинаем, вот как будто бы мы себе не можем дать это, мы начинаем отдавать это другому человеку, как бы компенсируя свой собственный недостаток, но в тот момент, когда мы компенсируем, мы не видим, что это личность, да, что это другой человек, неважно, пускай это будет даже ребенок наш, но это ребенок, это отдельная личность. А мы в нем видим себя. И вот как будто бы, знаете, вот отдавая вот эту вот энергию, мы видим себя, что мы как будто бы себе ее отдаем. Вот в этом ловушка нашего ума. На самом деле мы отдаем просто другому человеку. Мы сливаем. То есть свое сердце израненное, да, мы как будто бы о нем забываем, разрушаем вот это вот, через то, что отдаем другим. И в этом вот у вас есть какое-то понимание, что это вот ваше развитие, да, что вот так я развиваюсь, это правильно, это верно. Я не буду сейчас опровергать и говорить, что это верно и неверно, потому что здесь у каждого свой сценарий, да, все индивидуально. И моя задача просто показать, какие, это же общий расклад, вероятно, могут быть ловушки. Ловушки нашего ума. Следующий вопрос. Хочу, но не делаю. Опять-таки, почему и для чего? Что вы хотите? Ну, аркан мира. Ну, прекрасно. Вы хотите весь мир, да? Весь мир, ну, давайте я уточню, в каком плане. Ну, и аркан силы, да. Ну, вот видите. Вы хотите быть в мире и гармонии со всем миром, потому что это как раз-таки является вашим ресурсом, да? То есть вот то, что вы здесь показывали по королю Пентаклей, по Бизону. Вы хотите, вот в этом есть ваша сила. Ваша сила, когда спрашивают, да, в чем ваша сила? Моя сила в мире, в единстве с миром, в единстве с природой, в единстве с духами. Все, что наполняет наш мир, именно материальный мир, да, вот материю какая-то вот такая вот одухотворенная. Что вы хотите? Вы хотите быть в этом единстве, вы хотите вот убирать какие-то рамки, вы такой достаточно масштабный человек, у вас могут быть большие какие-то видения, да, либо планы на свою жизнь, на вообще на мир, на то, как это все устроено. Однозначно вы хотите быть всегда в ресурсе, потому что по аркану сила а вот прям вот этот вот аркан, я могу сказать, что он вам прям очень-очень созвучен с вашими энергиями. Почему? Потому что девушка укрощает льва, и на древе жизни этот аркан как раз-таки находится, соединяя две силы, да, строгости и милосердия.
Хесед и Гебура. То есть это вот для того, чтобы, как бы сказать, приобрести силу, вам не надо давить. То есть для того, чтобы быть милосердным, вам не нужно уходить вот в крайность мягкости. С другой стороны, вам не нужно быть чрезмерно жестким. Ваша сила, когда вы умеете соединять. То есть сила покоряется тому, кто может ее укротить. Но укрощаем, здесь же женщина. Мы по-женски, гибко, мягко, с мудростью. Поэтому я говорю, Таркан, он вот прям про вас, про вас. Вы можете, когда используете вот эту вот свою мягкость, не в плане того, чтобы вами пользовались, а в плане того, чтобы так выразить себя, чтобы вас, знаете, с одной стороны, уважали, потому что уважение – это не про страх, а именно про ценность и значимость. Но здесь вот эта вот ваша энергия женская, да, вот эта вот мягкость, умение преподнести. И знаете, как дикие кошки, они... там, я не знаю, там пантеры, еще что-то. То есть ты понимаешь, что да, это вроде бы кошка, она может даться себе, себя погладить, но в любой момент она может протянуть и вытащить свои ноготочки. Вот вам как будто бы вот хочется быть таким человеком, да, то есть мягким, но в нужный момент найти правильное слово сказать и поставить человека на место. В правильный момент поступить так, чтобы это было не в ущерб себе, да, чтобы не было вот этой вот кошечки, которую взяли за шкиряк и потащили в необходимое место. А если она еще где-то провинилась, да, и мордочкой ткнула. То есть вам такого не хочется. Вот вам хочется именно вот этой силы. Вы донор. Аркану силы всегда проходят доноры, потому что ему соответствует Солнце. Солнце – это всегда центр, это всегда энергия, это всегда свет. Вам хочется отдавать, у вас есть такая вот прям потребность. И, но вот то эго, о котором я говорила, тот перекос, он говорит о том, что даже льва, который здесь изображен, да, после очень бурной и активной деятельности всегда наступает момент, когда надо полежать, когда надо отдохнуть, чтобы восстановиться. А вот вам становится трудно, потому что вы эту грань переходите, у вас нету грани вот этого вот восстановления, вы себя истощаете, вы не умеете восстанавливать свои силы, и вы не умеете вовремя уходить после какой-то деятельности, не умеете вовремя отказаться от того, что вот, знаете, вот как будто бы говорят выражение «передозировка», да, то есть есть доза, а есть передозировка. Вот у вас очень часто бывает передозировка, когда она бывает, это эго. А что еще вы хотите, но не делаете? Ну вот, Паш Кубков, не реализовываете какие-то свои мечты, фантазии. Не делаете, потому что есть вот какая-то детскость, все равно присутствует. Вот это вот ваше понимание, что все нужно делать, мир познается в любви, в эмоциях, каких-то вот, знаете, прикосновениях, чувствования. То есть вам хотелось бы, чтобы с вами обращались как-то так, более внимательно, более как-то вот, знаете, заботливо, но по Пашу Кубков здесь какая-то, знаете, вот эта вот хрупкость проходит. Вот такое ощущение, что вы хотели бы, чтобы к вам относились вот как дорогой, хрупкой какой-то хрустальной вазе, да? Что да, она может принимать в себя и воду, и цветы держать, но при этом в любой момент, если она упадет, она может разбиться. То есть, да, я могу все выполнять, у меня есть прочность, да, как у вазы, такая, ну, толстое стекло, но хрустальное, но при этом надо быть бережным и аккуратным. Вот вам хотелось бы так, но вы себя так не преподносите к людям, понимаете? То есть первая составляющая того, что хрупкость, да, вы это показываете. А вторую составляющую, да, вот то, что вот эти вот ноготочки, то, что я говорила, что бережно ко мне надо относиться. Нельзя на меня кричать, да. Нельзя меня использовать, нельзя меня эксплуатировать. Вот этого вот у вас нету. Но вы хотели бы, но не делаете. Не делаете, потому что вот незрелы, потому что не знаете как, потому что не умеете, потому что это идет противовес вашей какой-то природы. Но давайте посмотрим, почему же вы все-таки не делаете то, что вы хотите.
Четверка педаклей. И знаете, здесь какая-то вот стабильность идет, да? Потому что вы не знаете, вот нету какого-то другого ответа, да, потому что очень часто, когда ищете ответ на вопрос, как вам это сделать, вы путаетесь в каких-то, вот я говорю, ловушках своего собственного ума. Вам кажется, что вот я не могу, у меня не получится, что вот я как-то не способна. В колоде Николеты Чиколя аркан старшего суда изображена девочка, которая находится в центре этого лабиринта. И она как будто бы ждет, что там кролик придет и откроет дверь, и она сможет выйти. Но в этом-то и есть ловушка, когда ты ожидаешь от кого-то решения. Потому что элементарно она намного выше этого лабиринта. Ей можно просто взять, перешагнуть и выйти. Но ощущение того, что вот я нахожусь в какой-то своей западне, да, что я не могу. Здесь вот этого чувства, ловушка ваша с чем связана? Вы выросли, но в мыслях своих, в своей голове вы ведете себя как маленький ребенок, что я не могу, у меня не получится, да, я не смогу взять какую-то ответственность, это вообще не про меня, ну, я не умею, я не знаю, да, вот это вот детская такая позиция. И в этом-то и есть ловушка, что такое приемлемо маленьким детям. А вы выросли. Такое, знаете, очень часто я слышу в комментариях, когда пишут, вот детство было такое, нас так приучили. И вот здесь вот этот вот момент, окей, это было тогда. Сейчас все изменилось. Вы уже не маленький ребенок, у вас уже есть другие возможности. Почему вы ведете себя как маленький ребенок и не пользуетесь возможностями взрослого человека? Не то, что вас их кто-то забирает или не дает. Допустим, раньше вам говорили в 9, когда вы были маленьким ребенком, в 9 часов надо ложиться спать. Сейчас же вам, вы не маленький ребенок, вы можете себе позволить лечь в 10-11, да? То есть вам никто не запрещает, кроме вас самих. Вот здесь ловушка заключается в том, что вы сами себе запрещаете. Почему? Потому что вы не осознаете, что вы выросли. Вы в голове своей остаетесь маленьким ребенком. И вот это вот ответ на вопрос, почему? Почему? А для чего вы выбираете вот такую вот детскую позицию? Аркан умеренности. Ну, потому что так хорошо. Я не знаю, как вам может быть хорошо со столькими трудностями, сложностями. Ну, потому что вот так умеренно, да? Так я могу балансировать. А здесь что? Тройка мечей. Так привыкли. Привыкли как-то, знаете, страдать. Очень серьезная такая жесткая карта, это тройка мечей. Здесь мы видим вот эту вот девочку, да, как бабочку. Игла у нее, иголка швейная, ну, проткнули ей сердце. Она плачет, но у нее как будто бы, знаете, нету рук. Вместо рук у нее крылья бабочки, я не могу вытащить. И вот знаете, я так смиренно буду с этим сживаться, да, и, ну, здесь просто такая модель, да, я так привык, да, это больно, это неприятно, это некомфортно, но привык в плане, знаете, автоматизмов, то есть я так в себя вел всю свою жизнь, и чтобы что-то изменить, я должен вот по этой ловушке, то, что я говорила, по высшему суду, понять, что вы не маленький ребенок, она выросла уже, что вам вот этот вот автоматизм надо осознанно менять. Для этого надо замечать, как и когда вы поступаете, останавливаться, славливать свои вот эти вот мысли и свои сценарии, модели, и говорить себе, это было тогда, когда я был маленький ребенок. Сейчас я хочу по-другому. И поступать так, как вы хотите, по-другому. Это не то, что вы сидите в расслабленном состоянии и думаете, а какую модель я себе выберу? Давай я буду взрослым. Это так не работает. Вам надо вот в эти критические моменты, когда что-то происходит, когда вас вызывают на эмоции, когда есть какие-то переживания, страдания, трудности, в этот момент надо вспомнить, остановить себя и вспомнить, почему я сейчас переживаю. Поступаю ли я как маленький ребенок, либо как взрослый. Как бы взрослый поступил, именно взрослый, которого ничто не связывает, который никому ничему не обязан,
который имеет право выбора. У вас есть свобода выбора, она есть. Но вы этого не понимаете. Вы этого вы этого не осознаете. Потому что вами управляют ваши автоматизмы. Да? То есть те ловушки ума, к которым вы привыкли. И вот работа над собой в вашем случае, она как раз связана именно вот с этим осознанием. То есть одно дело, когда я понимаю. Понимание – это когда просто есть информация. Вот я вам и говорю, что 1 плюс 1 будет 2. Вы это поняли. Но осознаете вы это только тогда, когда приходит момент полового акта без предохранения, да, и рождается третий ребенок. Вот вам наглядный пример. Вот теперь я поняла, что 1 плюс 1 получится 2. И вот тут у вас происходит осознание. Да, то есть когда вы пропустили через себя и сделали это опытом. Вот это вот осознание. А понимание просто, что 1 плюс 1 это 2, это просто понимание. Это информация, она ни о чем. Вокруг нас очень много информации, и внутри нас также достаточно информации. Осознание – это когда я отдаю отчет своим собственным действиям, своим собственным поведением и мыслям. А для этого надо останавливаться, фокусироваться, концентрироваться на том, что я делаю. Не летать в иллюзию. Вот. Это вот сейчас просто было пояснение. Такая была вторая позиция. Помним, что это общие расклады, поэтому что-то совпадает, что-то не совпадает, что-то нравится, что-то не нравится. Кто как хочет. Итак, позиция номер 3, зелененький камешек. Троечки, давайте посмотрим вас. Что вы не хотите, но сделаете. Что вы не хотите, но делаете. Знаете, хочется сказать, я не хочу работать над собой, но я это делаю. Почему? Потому что четверка кубков и девятка пентаклей. В принципе, нет великих арканов, которые как бы так, знаете, повлияли на ваши желания. Вот, но здесь какой-то вот внутренний момент, знаете, по четверке кубков. Я не хочу впадать в какую-то апатию, я не хочу впадать в депрессию, я не хочу впадать в эмоциональное такое состояние, знаете, опустошение, когда уже ничего не радует, когда я уже много всего чего попробовала, и мне кажется, что невозможно что-то сделать, например, если это какая-то ситуация конкретная, я не знаю, как ее решить. Я уже все попробовала, но ничего не работает. Вот так, вы знаете, руки опускаются, я не знаю, как быть, я не знаю, что мне делать. Знаете, человек, который находится в такой закрытой позе в своем мире, я не хочу взаимодействовать с миром, не хочу взаимодействовать с другими людьми, оставьте меня в покое. То есть вы не хотите находиться в таком состоянии, которое для вас не является ресурсным. Вот. Но при этом, да, вы это делаете. Почему? Потому что вот как-то так интересно связано по девятке пентаклей, да? Это как-то вам помогает развиваться. Девятка пентаклей, она все-таки такая, знаете, достаточно, все девятки, они в некой степени, ну, как, не хочу говорить эгоистично, а вот как, знаете, как отшельники, то есть закрытые. Что четверка закрытая, что девятка пентаклей закрытая. Я это делаю, почему? Потому что, знаете, как вот инстинкт самосохранения какой-то, с одной стороны. С другой стороны, это развитие. То есть, когда я нахожусь вот в таком вот апатическом состоянии, у меня такое чувство, знаете, вот как отшельник. Довели меня все, я ушел, как говорится, в монастырь и буду там молиться, медитировать. И вот через это я нахожу какое-то свое понимание, что ли, какие-то ответы на вопросы. Но это слишком утрировано. Но в данном случае здесь девятка пентаклей, она всегда показывает, если смотреть на эту карту не изнутри, а снаружи. В классике изображен некий забор. То есть человек, который находится по ту сторону забора, он видит только голову человека, а все его внутреннее богатство, изобилие он не видит.
Так вот, здесь и четверка кубков, она тоже такая закрыта. Здесь такое ощущение, что все, что происходит внутри вас, то богатство, то изобилие, вы его не показываете во внешний мир. И то есть вот как-то вот это вот апатическое состояние, оно как-то, знаете, так интересно. Почему интересно? Потому что, ну, как правило, развитие, оно происходит после какого-то трудного этапа в жизни, а вы как-то вот умудряетесь именно вот в этом пресыщении находить эмоциональном, находить какую-то вот свою ресурсность. Я не знаю, как вам это объяснить, но вот именно через такие состояния, когда невозможно решить задачу, вот все пробовал, все как-то, ну, сложно, трудно, не получается, выхода нету, все, я сдаюсь, как говорится. И вот в эти моменты у вас всегда происходит какой-то рывок, какой-то прорыв. Вам вдруг неожиданно приходят инсайты, которые говорят, что в этом как-то вот эта вот ситуация, она тебе дана была вот для этого. То есть, знаете, как-то вот когда ты пока грустил, там переживал, и ты закрывался от внешнего мира, вот во внешнем мире произошло что-то негативное. И вот как будто бы через ваш вот этот негатив вы спасли себя от чего-то намного худшего. Например, элементарные вот эти вот случаи выживания, да, когда опоздал, например, на самолет или опоздал на поезд, а там что-то произошло, да, там отказали тормоза, там крылья, я не знаю, что там у самолета может произойти, да, произошла какая-то там у него аварийная посадка. То есть, а если бы я там был, вот если бы меня не было вот в этом состоянии, я бы туда пошел, и со мной бы тоже что-то не очень хорошее случилось. То есть здесь какие-то такие моменты, один из сценариев. Не хочу, но сделаю, да? Также здесь может быть тот момент, что вот я как будто бы не хочу зарабатывать, но я это делаю, потому что вот как-то вынужден. Здесь все, здесь как-то привязано, знаете, эмоциональное состояние к финансам. То есть эмоциональная, негативная, как-то вот отрицательно заряженная энергия. Но вот если я преодолею, у меня будут деньги. То есть здесь вот какая-то другая мотивация. Разные абсолютно энергии. Да? Здесь кубки, а здесь земля. Они вроде бы, вода и земля, они вроде бы гармоничны между собой. Но вот как-то в вашем случае я должен в себе что-то преодолеть. Как будто бы здесь идет какая-то закалка, когда вы себя преодолеваете, вас это как-то, знаете, вот как бы эпивраве, вон сейчас переведу, не одобряют, а подарки вам как-то дают. Ну вот как-то, боже мой. Сейчас в равио награда. А, награждают, вот. Мне же надо с одного языка на другой перевести. Вас как будто бы за это награждают, да, вот по девятке педакли, да, вы выходите как-то более обогащенными каким-то опытом. Ну, давайте углубимся и посмотрим, почему вы это делаете, да, то есть я не хочу, но я делаю, то есть я не хочу, например, зарабатывать, ну, мне это не нужно, лично мне. Может быть, семье моей нужно, да, либо там каким-то что-то там оплачивать. Но вот лично мне не хочется. Но я как будто бы себя заставляю все время что-то преодолевать. Либо вот впадаю вот в это уныние, но в этом есть какой-то плюс. Вот почему вы это делаете? Потому что это дает вам по тузу бубнов, да, какой-то вот шанс, шанс на... В этом есть для вас, во-первых, ценность, а во-вторых, это вам открывает какие-то двери, в этом есть какая-то возможность для вас выйти именно, выйти из-за момента жертвенности. Здесь такое ощущение, что, скорее всего, что вот если, может быть, сейчас такой период, что вот если бы вас вообще не трогать, да, вы бы вообще никак не действовали. То есть, ну, не пошли бы ни в какое развитие, да, ничего бы не делали.
Не потому что здесь вообще у троек в последнее время очень сильно изменились энергии, да, вот этой вот жезловости я уже больше не чувствую. Чувствую вот усталость, истощенность. Вы действительно превозмогаете себя. А у вас, скорее всего, ценность есть вот эти вот пентакли, материя. Для чего-то она вам нужна. Она почему-то вот у вас стоит в приоритете. И это, знаете, как наживка. То есть я тебе дам морковку, а ты двигайся, ослик. Потому что сам по себе, как будто бы ослик, он и не двигался. Ему это как-то вот, ну, и не очень-то и нужно. И вот здесь вот этот вот аркан повешенный, он как будто бы говорит, с одной стороны, вытаскивает вас из этого состояния бездействия, а с другой стороны, как будто бы, знаете, вот действительно какое-то вознаграждение, потому что в колоде Таро шаманов аркан повешенного говорит о том, что здесь красная луна как раз-таки, что сам себя как будто бы наказал за то, что где-то с чем-то не справился. А вот туз пентаклей, туз бубнов здесь дает вам возможность выйти из этого состояния. То есть, знаете, вот как будто бы, я неоднократно вам говорю, вы как будто бы долги свои выплачиваете по отношению к кому-то. Вот как-то долгий такой период сейчас в вашей жизни, когда вы все время расплачиваетесь какими-то долгами, долгами как в финансовом плане, так и задолженности каким-то душам, да, каким-то сценариям. То есть вот, и опять-таки, это может быть ваше восприятие такое в плане того, что вы как-то так развиваетесь. То есть у вас есть, допустим, понимание закона причинно-следственных связей. Вот, например, я с этим человеком встретился, в прошлой жизни я с ним тоже встречался. Я тогда поступил не очень хорошо, сейчас я должен расплатиться. И я как будто бы сам иду на эту жертву для того, чтобы отдать долг этой душе и больше к этому не возвращаться. То есть здесь есть осознанность. Я понимаю, что вот этот долг, чтобы подавать, он неприятен. Но с точки зрения души это надо сделать, потому что так справедливо. Вот здесь вот как какие-то такие сценарии очень глубокие у вас закрыты. Это почему вы делаете? Для того, чтобы вот выйти из этого повешенного, да, и увидеть какой-то шанс. Причем шанс вы как-то видите в четверке кубков. Я не могу понять, как можно вот в таком, знаете, вот я устал, я ничего не хочу делать, меня ничего не радует. Вот как в этом можно найти шанс? Возможно, это то состояние, но здесь не выпала четверка мечей, чтобы я вам сказала, что это, знаете, вы как будто бы уходите в медитацию через этот, ну, через какую-то борьбу, устали, уходите в медитацию для того, чтобы решить задачу. Нет. А здесь такое, знаете, я вам этот туз кубков, ну, кубок показываю в четверке кубков здесь, а я его не замечаю. Но при этом потом через какой-то период вы видите, что вот в этом есть какой-то шанс, и вы туда идете. И вот так интересно, вы эти шансы замечаете только как тогда, когда вы находитесь в четверке кубков. Если, может быть, это вот, как вы знаете, осознанно вас останавливают, чтобы вы как-то передохнули, что ли. И в этот момент вам как будто бы подсовывает какой-то нужный шанс. То есть вот либо сейчас он увидит, либо она, либо никогда. И вот чтобы вы что-то заметили, вам нужно как-то погружаться вот в этот деструктивный сценарий какого-то своего болота. Вот как-то так здесь, очень забавно. Для чего вы это делаете? А двойка мечей. Ну, для того, чтобы... Ну, вот такой вот у вас сценарий развития. Еще раз скажу, то есть вы как-то по-другому не избавитесь от прошлого своего. Вы выбрали для себя какую-то вот такую модель, что в ней именно вы можете, только тогда сможете прислушаться. Вот еще раз говорю, как-то для меня это действительно сейчас разрыв шаблона, потому что, ну, я не могу увидеть эту картину, как это вот в таком деструктивном эмоциональном, знаете, вот эмоциональное выгорание, именно не физическое, эмоциональное. Как в этом можно увидеть какую-то глубину, какой-то вот для себя какой-то шанс, рост? Я не знаю, вы мне напишите, да? Мне будет очень интересно. Ну, то есть,
У меня есть понимание того, как через негатив можно расти. А тут вы вообще не в ресурсе. То есть здесь бы как бы самому выжить, как говорится. Вы как выжатый лимон. Но в этом есть вот для вас какой-то шанс. Ну, хорошо. Ну, вот я уточню все-таки еще раз. Четверка кубков. Что это за состояние? Вот и выпадает Верховная Жрица. Это состояние, оно для вас как будто бы, знаете, гармонизирует, балансирует. Вот это вот, скорее всего, отдаю, либо там преодолеваю что-то, да, как-то вот мне трудно во внешнем мире, а потом мне надо как-то успокоиться. И вот вы как будто бы успокаиваетесь вот в этом каком-то деструктиве своем, в какой-то апатии. Вот как-то так вы восстанавливаетесь. И в этом деструктиве к вам приходят инсайты. К вам приходят какие-то высокие духовные понимания, озарения, какая-то такая, знаете, интересная метафизика. Я не знаю, ну, например, я ничего не хочу, пойду я спать, да, потому что у меня нету сил встать с кровати. Вот я сплю, и во сне я вижу какие-то вот там инсайты, какие-то видения. И я просыпаюсь, и это меня мотивирует, и потом я как-то сам себя вытаскиваю из этой ментальной ловушки, да, и как-то наполняю себя энергетически, потому что я увидела это видение. Вот здесь что-то напоминает мне отшельника, но вот отшельник какой-то своеобразный. Я не могу это объяснить какими-то другими словами. Давайте теперь посмотрим, что вы хотите, но не делаете. Вот что вы хотите. Что не хотите, мы посмотрели, не хотите впадать. Но делайте, потому что в этом есть для вас какое-то развитие. А вот что бы вы хотели, но не делаете. Угу. Хотели бы вы иметь какую-то твердость, упертость, а вот в чем именно? Ага, в общении. То есть чувствовать себя больше уверенным, уметь передавать какую-то информацию, да, но здесь не как обучение, а как, знаете, отстаивать свою позицию, быть твердым, то есть не быть мягко характерным, если так можно сказать, а вот до последнего оставить свою точку зрения, да, чтобы не менять, чтобы не быть каким-то таким, знаете, флюгером, куда ветер повеял, туда я и развернулся, да. Здесь давайте я сразу посмотрю, а почему для вас это важно? Вот почему для вас важно быть таким твердым? Почему вы это хотите? Потому что вы хотите каких-то изменений в своем сознании, трансформации. Потому что вот из-за вашей... Что вообще не свойственно тройкам. Я не знаю, вы очень сильно поменялись. Вы поменялись не на 180, а на 360 градусов. Потому что я помню троек активных. Либо у меня люди сменились, и вот окружение, новые люди появились. Вот здесь вот достаточная такая мягкость. С чем связано? Что вы хотите? Вы устали терять по пятерке пентаклей, да, по пятерке бубнов. Вы устали проходить вот эти кризисы. Вы устали... как-то что того момента, что вас как-то лишают финансов, либо какой-то опоры под ногами, да, то есть вы, у вас забирают то, что для вас ценно, и это происходит для того, чтобы вы как-то изменили свое сознание, да, чтобы свое мышление поменяли, вот что я имею в виду, когда говорю изменить свое сознание, чтобы вы по-другому мыслили, и вот вам вот эта вот твердость нужна, для того, чтобы вы могли отстаивать свое мнение, для того, чтобы вы могли настаивать на том, что вы хотите, что для вас важно. И это как раз-таки происходит только в момент взаимодействия с другими людьми. Да? То есть, возможно, если это какая-то ситуация, вам нужно сделать, да, это у вас как можно, возможно, присутствует. Но вот как будто бы в кругу вы не чувствуете вот этой уверенности. Да? Может быть, раньше она у вас была, сейчас вы как будто бы ее утратили. Потому что слишком много кризисов, слишком много каких-то вот болезненных моментов. Вы как будто бы вот в этой колоде Таро шаманов, да, здесь главный герой падает вниз, и падает его тотемное животное, да, и духи над ним подсмеиваются. То есть ты лишился
важно не только того, что ты имеешь, да, но вот этого своего, как ангела-хранителя, так как духа, что тебе вообще уже ничего не поможет. А давай мы посмотрим, а теперь ты сможешь встать на свои ноги заново? Встать на ноги. То есть ты утратил все, и умение в том числе, да, то есть у тебя забрали все, у тебя ничего нет, даже умения, навыков нет, ничего нет. И это дано было, знаете, вот как опустошение для того, чтобы смотреть, а что заново ты выстроишь на этом месте. И, возможно, вот эта вот уверенность раньше, она присутствовала. Вот мне здесь показывают такой сценарий, что, допустим, например, человек был богатым, и хорошо стоял на ногах, а у него забрали все его деньги. Я не знаю, какое-то банкротство, да, вот там, как этот, ну, деньги обесценились, ну, то есть я все утратила. И вот давай мы теперь посмотрим. То есть раньше ты мог в кругах, аналогичных тебе, да, разговаривать на равных с другими людьми, потому что к тебе прислушивались, ты был нужен. А сейчас у тебя нету денег, а значит, ты потерял свою силу, ты потерял свою власть. А как сейчас ты ведешь? Вот такое ощущение, что когда вы подходите к тем людям, с которыми когда-то вы были наравне, они как будто бы, знаете, вот вас не воспринимают теперь как себе равным, а, например, как что-то ниже ступенькой. И вы не чувствуете уверенность, что у меня теперь нету этой силы. В данном случае финансовые, у меня нет вот этой власти. И я не могу себе позволить, да, ну, то есть я как будто бы вынужден быть в подчинении, да, на позицию ниже, чем то, как я был раньше на равных с этими людьми. Вот какое-то такое восприятие здесь идет. И вот вам хочется, что да, пускай у меня нету ни гроша в кармане, но я имею вот это... Знаете, какой-то вот внутренний стержень самоуважения, да? Я могу разговаривать со всеми на равных. Да, у меня нету той власти, которая была раньше, но я с вами могу разговаривать, да, с теми, с кем вы раньше общались, вашего уровня. Я могу разговаривать на равных, и меня будут уважать. Здесь, понимаете, здесь какое-то внутреннее занижение своей собственной оценки в силу того, что с вами произошло. То есть это ваш какой-то ваша оценка самого себя. То есть вы сами себя принижаете. Не то, что люди, о которых я говорила, они вас принижают. Хотя такое тоже может быть не исключено. Вот это вот, знаете, просто мне как будто, вы знаете, ощущение того, что мне совесть не позволит пойти заговорить с этим человеком, потому что я боюсь, что он будет мне тыкать пальцем и указывать, что а кто ты? Ты все потерял? То есть у тебя, ты и право голоса как будто бы потерял. Вот здесь такая история разворачивается. Вы ее уже под себя подделываете. Я вам просто показала пример, что мне как будто бы стыдно. То есть раньше, допустим, я кормил свою семью, вот, там, кому-то помогал. А сейчас мне стыдно пойти к этим людям и попросить у них в долг. Потому что они будут смеяться. Но это ваше восприятие, да, что они будут смеяться надо мной. Типа, кто ты такой, где ты был, да, из князей в грязи. Вот, а что-то здесь такое. То есть ваше внутреннее самоуважение к самому себе, оно упало. Здесь не про самооценку. Самооценка у вас все хорошо, но это вот временный какой-то период. Поэтому вам вот эта твердость нужна. То есть невзирая на обстоятельства, я хочу быть твердым, потому что мне это нужно. Мне это нужно. Вот я спрашиваю, что это за общение? Выпадает карта изобилия, то есть девятка пентаклей на повторе, да? То есть я хочу снова чувствовать себя человеком с деньгами, либо с ресурсом. То есть здесь не обязательно пентакли, это только деньги, материя. Это ценность, это самоценность, это ресурсы здесь могут быть. Да? То есть я не чувствую себя в ресурсе. У меня нет вот этой вот внутренней уверенности. Да? Я где-то ее утратил. Почему я говорю утратил, а не утратил? Потому что у меня здесь ощущение больше такой, знаете, вот мужской позиции.
То есть вы хотели бы быть таким человеком, но вы это не делаете. Почему? Вы воздерживаетесь, аркан воздержания. То есть вы сами себя сдерживаете от того, почему. Потому что, я говорю здесь опять-таки, ну, мне стыдно, да. То есть мне стыдно, поэтому я воздерживаюсь. Мне стыдно как-то высказывать свою точку зрения. Почему? Потому что вот ваш внутренний вот этот вот критик, он вам не позволяет. Да? Я не делаю это, потому что я воздерживаюсь. Я воздерживаюсь здесь, знаете, какое-то вот... Я говорила в одном из раскладов, да, самонаказание. Самобичевание выпало аркан радости. Я воздерживаюсь от радости. Я не позволяю себе радоваться. Вот она, четверка кубков ваша. Да? Потому что я недостоин сейчас вообще чему-то радоваться. Потому что я не могу радоваться, когда я не чувствую уверенности в себе. То есть вот просто радоваться тому, что я проснулся, просто того, что я, слава тебе Богу, я здоров, да, ничего со мной не происходит. Вот я себе как будто бы это не позволяю. Но вот здесь какое-то самонаказание идет, да. Вы себя как будто бы... Ну вот плетьми бьете, да, вот, вот ты, аж здесь как какой-то поступок, когда вы оступились. И вы как будто бы не позволяете себе сейчас, вообще не позволяете делать ошибок, а вы ее совершили. И вот вы себя истязаете самостоятельно сейчас, не позволяя... вести себя так, как вы хотели бы, да, получать вот эту вот радость. Радость от чего? От творения, да, то есть я сейчас не могу наслаждаться, я сейчас не могу, не способен вообще ничего создать. У меня такое ощущение, что вот вы сейчас находитесь как раз-таки вот в этой четверке кубков, в этой четверке кубков что-то для себя, какой-то инсайт у вас будет, откроется, и вы увидите этот шанс, чтобы выйти из этой жертвы. Вот я говорю... Что-то здесь такое происходит. Так, почему вы это делаете, мы посмотрели. А для чего вы воздерживаетесь? Да? Для чего вы не создаете ту реальность, потому что, которую хотели бы? Потому что десятка луков, рухнули все ваши идеалы. То, во что вы верили. То, на что вы надеялись. Возможно, когда-то у вас было понимание того, что в любой момент, знаете, вот такое вот бывает... Мужская позиция здесь. Поэтому примеры мужские. Я верила этому другу, да, и в нужный момент, допустим, когда я обанкротился, пришел к нему за помощью, а он повернулся ко мне спиной. Вот здесь что-то такое. Рухнул мой идеал в контексте дружбы. Либо рухнул мои идеалы в плане того, что вот я это строил, я создал свою империю. А потом, ну вот элементарно, как сейчас, случилась война, и я вынужден все это бросить, оставить и уйти. То есть вот здесь что-то такое, рухнули все идеалы. И поэтому вот это вот перерождение в вашем сознании, вот вас лишили всего, и вот то, что было ценно и важно для вас. И вот именно вот в этом состоянии, здесь какая-то конкретная ситуация просчитывается, вы выйдете из этой ситуации... с вот победителем, но победителем в своем понимании, что-то новое родится. Вот хочется спросить, что же новое у вас тут родится? Ну, родится то, что вы выйдете из четверки пентаклей, из тех ограничений. Вы знаете, долгое время как-то, я помню, тройки никак не могли двинуться, сделать первый шаг. Что-то вас сдерживало. И вот такое ощущение, что вы дошли до какого-то пика, у вас все забрали, а теперь вам терять-то нечего, и поэтому вы легко пойдете в то новое, вот куда вас вели. Что это за новое? Говорю, что за новое, аркан шута. Новые ценности, да, новые ценности, новое видение себя. У вас уникальный шанс того, что вы потеряли сейчас, выйти абсолютно новым человеком. Что за человеком? Иерофант, что вы хотите? После шута выйти иерофантом, мудрым человеком, с новым видением, с новым мировоззрением, с новыми ценностями, с новыми взглядами и пониманиями. Вот, вот такой ответ для троек. Ну, знаете, тройки, я рада. Я рада, что все-таки
что-то позитивное в вашей жизни начинает рассказывать. Как кто-то мне написал в комментарии, туннель, о котором вы говорите, Елене, такой долгий, что свет, да, появился, а туннель все никак не заканчивается. Да, еще не заканчивается, но благие новости о том, что свет появился, раньше и света не было, да. Что если свет есть, значит, есть конец, значит, есть финиш, и вы к нему близки. Терпение. Что поделать, да? Мы не пришли на эту землю для того, чтобы жить в блаженной радости и счастье. Это не исключено, но до этого надо дорасти сознанием. Пока мы не доросли, мы все проходим уроки. Сложные, трудные уроки. С передышками, конечно же. На уроке. Я с вами прощаюсь. Благодарю вас за внимание. Всех благодарю за донаты, которые вы присылаете. Мне это приятно. Хочу пожелать вам всего самого наилучшего. До следующего расклада. Всем пока-пока.